Итак, включаем режим автопилота. И поехали. Это Porsche с режимом автопилота и изменение тональности музыки в зависимости от крена автомобиля, ускорение, торможение. Так машина реагирует, в смысле так саунд-система реагирует на отклонение автомобиля от курса. Ну и сама рулит, по крайней мере, какие-то элементы поворота она совершает, приходится иногда подруливать в некоторых, ну просто, честно говоря, очко играет, наверное, блядь, не пишется. А так, в целом, если доверять, то я думаю, что вполне машина в состоянии ездить сама. Если некоторые дебилы не будут выезжать поперек батьки. Хорошая функция, молодцы немцы. Правда, почему-то взяли за основу первый Каен, самый первый, ну не самый, уже в первом кузове вообще, Каеновском таком, надежном классическом. И на ней опробовали, видимо, эту функцию. Видимо, чтобы если убьется тачка, то как бы типа не жалко. Да вообще, на самом деле, это наши кулибины все сделали, немцы здесь ни при чем. Даже красавчик так-то. Еще бы не бухали, и вообще цены там не было. Кто бы уже не бухали. И цены ему уже нет. Им. Так что вот всем рекомендую Каен. Вернее, систему дистанционного управления. Даже не дистанционного, а автоматического управления автомобилем. Буквально несколько датчиков. Сервопривода и ваша машина. Прям. Вот. Поворотники только надо еще продумать, чтобы включал сам. Типа захотел туда, и он включает. Такая машина. Будущее. Будущее делают люди.